Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас видеообзор. Прошу прощения за состояние коробочки. Вот так вот сопоставим аккуратненько. Будет как новая. Такой вот TV-приставки Xiaomi TV Box S второго поколения Xiaomi Google TV. Вот такая коробочка. Стоила она на Wildberries порядком, наверное, $50. 60. В комплект входит сама коробочка, пульт дистанционного управления, HDMI кабель и адаптер. Здесь по умолчанию установлен Netflix, Prime Video, YouTube, YouTube Kids, другие приложения, IMDb, Rakuten TV и Xiaomi TV. Также данная приставка может поддерживать 4K Ultra HD. Если у вас обыкновенный телевизор, то, как вот у меня, то данная приставка сможет его оживить. Ну, как мы видим, приставочка такая очень маленькая, тоненькая. Здесь мы видим логотип фирмы. Можно рассмотреть параметры. Немножко подсветка работает у меня, поэтому тут не сильно видно. Она очень такая легенькая. Здесь мы видим порт, аудиопорт, HDMI, место для флешки и порт для питания. Ну вот то, что в комплекте лежит. Я уже им пользовался. Это я так решил положить. Вот кабель HDMI. Потом блок питания. И пульт дистанционного управления. Пультик очень простой. Здесь мы имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 кнопочек. Пультик, видимо, питается, кстати, двумя батарейками 3А. И работает, я так понял, по Bluetooth, наверное. То есть здесь нету как такого излучателя. Просто маленькая дырочка. Это, скорее всего, микрофончик. Вот так вот. Так что вот такая приставочка. Ну, давайте посмотрим, как это работает на телевизоре. Приставка у нас подключена. Вот мы тут видим такие вот категории: приложение, библиотека. Ну, библиотека сейчас пуста. Xiaomi, Patchwall, Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, YouTube Kids, YouTube Music, Media Player, Галерея, Miracast. Скорее всего, это браузер. Ну и другие приложения. Включать приложение я не буду, потому что возможно, такое может произойти, то, что заблокируют это видео. Поэтому делать этого я не буду. Также на эту коробочку вы можете установить различного рода приложения, такие как Зона, чтобы смотреть фильмы, а также плеер, с помощью которого вы можете смотреть телеканалы. Удобная вещь. Можете смотреть удобные каналы. Вот. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.